и что ты мне сделаешь? Ну, найдешь, и что? В принципе, да. Вообще, мне кажется, как-то хуже. Вот, даже этих модераторов нет, представляешь? Опять меня кинули все. Да, потом ты опять исчезнешь на несколько месяцев. Ну, я всех обижаю. Почти. В смысле, когда такой был? Ну, конечно. Действительно. Ну вот. Hello. Спасибо. Не смотри на прошлое, да, смотри на будущее. У меня два телефона. У вас какой интересует? Айфон. Я не люблю ни Samsung, ни Android. Ну, типа, я такой телефон. И что? Ну да. И что? Ну. Меня обижали. Точнее, мой знак зодиака. Я в Эльдорадо покупала. Девочка, блять.
Да, можешь похейтить меня. Что-то вообще не хейтить, перестали. Уже неинтересно. Пойдет. Тебя как? Я не Настя. Нет, не забаню. Ага. Что значит на взгляд идет? Нет, не помню. Конечно, иди. Вот так вот. Thank you. Я тут школьник. Какой тот? А чего я подождать-то? Не помню, Серега. Не помню. А, секретики. Понятно. Hello. Хочешь написать на Серёга? Устала. Посиди за меня. Не хочешь? Как хочешь. Все понятно, выводы сделаны. Спасибо, Витёк. У меня 23:15. В принципе, еще детское время. Секрет. Я не знаю, мне не надо. Завтра в школу. Ну тогда смотреть мультик и спать.